На начало 2015 года централизованным водоснабжением обеспечено 223 сельских населенных пункта, или 53% от их общего количества. Сегодня аким области Нурмухамбет Абдибеков провел совещание, на котором был рассмотрен ход реализации государственной программы «Акбулак». Подробности в нашем следующем репортаже. На совещании обсуждался ход реализации программы «Акбулак». За 4 года в регионе введено в эксплуатацию 52 объекта водоснабжения, реконструированы и построены 1000 километров водопроводных и 23 километра канализационных сетей. В результате число сельских населенных пунктов с централизованным водоснабжением увеличилось на 17 единиц. Качественную питьевую воду получили более 170 тысяч жителей. На начало 2015 года централизованным водоснабжением обеспечено 223 сельских населенных пункта или 53% от общего количества сельских населенных пунктов. Республиканский показатель 50%. Охват индивидуальными приборами учета потребителей в городах составил более 66%, в селах 40%. Высокий уровень доступа к централизованному водоснабжению отмечается в Бухажирауском, Нуринском и Осакаровском районах, а самые низкие – в Актугайском и Жанааркинском. Продолжается реализация 12 переходящих проектов, причем 6 из них будут завершены до конца года, а остальные – в последующий период. В регионе имеется 4 проблемных проекта, реализация которых находится на контроле в администрации президента. Сезон уже наступил, работать надо. Завтра сталкиваемся, осенью мы будем с них требовать отчеты геологические. Там геологи будут говорить, мы только вышли там в конце июня проводить работу, а у нас там режимные какие-то прокачки этих скважин там должны занимать там несколько месяцев. И мы не успеваем. Вот и вся будет эта наша продуктивность. Подводя итоги совещания, аким области отметил, что в целом работа проделана большая, и теперь нужно принять необходимые меры для достижения показателей программы «Акбулак» к 2020 году. Кроме того, Нурмухамбет Абдибеков акимам городов и районов дал ряд конкретных поручений. Давайте я вас посажу вместе с собой, повезу в эти населенные пункты, где воды нет. И скажу прямо, покажу пальцем. Из-за нерадивости этих людей вы сегодня воду не пьете нормально. А если не понимаете, уйдите с этой работы. Батагоз Батырбекова, Рустам Бараев, Никита Косых, 5 канал.